кто куда. И когда дома сносили, мы с тобой, мой друг, шутили: не беда, раз в году письмо скупое, поздравление с Рождеством и долгих лет. Ровно восемь тихих строчек и другой какой-то почерк. Все, привет. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок, на нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо, на денек, где без газеты, письма.